Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Значит, познакомилась с мужчиной, начали встречаться. Он умный, с прекрасным чувством юмора, хорошие манеры, хорошие интимные отношения. Отношениям 2 месяца. Первое свидание длилось 8 часов. Разговаривали, гуляли, сидели в кафе, обсудили только всего. Я обрадовалась, что наконец-то встретила достойного партнера, с которым можно поговорить обо всем. Но чем больше мы встречались, тем больше я стала понимать, что он никак не успокоится насчет прошлого. Он хочет знать все детали про мои все отношения и становится агрессивным, когда не получает полный ответ. Апеллирует, что ищет жену, поэтому хочет быть уверен. Потом навязчивая идея, что у меня еще кто-то есть, кто откуда у меня брендовая сумка, где я взяла деньги на нее. Потом мы проводили время у него, я проснулась рано утром, спать не хотела, пошла отвечать клиентам по работе. И получила за то, что переписывалась непонятно с кем и оставила его одного в кровати. Потом мы поехали на выходные в другую страну, и в итоге он просыпается и говорит: хочу кофе. Говорю, сейчас поедем, найдем где-то. Но, как он мне потом сказал, по его идее, я должна была сказать: да, дорогой, я сейчас пойду поищу в холле или закажу доставку. Вот эта идея, что я должна вскакивать и бежать скрывать его потребность, меня ставит в ступор. Я работаю, иногда плачу за нас двоих, а в итоге скучаю, что я ничего не даю, потому что не готовила его любимую курицу и не вскакиваю готовить кофе. И, конечно, телефон, нельзя смотреть телефон, когда я с ним. Я не понимаю, у всех такие притирки в начале, или это дурдом будет усиливаться. Я постоянно пытаюсь ему что-то объяснить, но прогресса ноль. Ну что же, давайте разберем с вами ваш текст, да, и начнем с вопроса, у всех ли такие придирки вначале. Нет, не у всех. Все люди разные. Или это дурно будет усиливаться? Да, по опыту я могу сказать, что действительно ревность — это то, что усиливается, имеет, по крайней мере, такую тенденцию довольно довольно часто имеет такую тенденцию. А действительно, усиливаться, к сожалению. Вот. То есть тут вот это, к сожалению, правда. Как правило, человек не успокаивается на том, что узнает какие-то факты из вашей, ну или не вашей, да, просто биографии. Вот, и продолжает искать, продолжает охоту на ведьм, а прыба в итоге все больше и больше. Вот. В принципе, на мой взгляд, вашей проблемой здесь является как раз то, что вы пытаетесь что-то человеку объяснить, вот. Пытаетесь как бы воззвать к его, ну, голос разума, если хотите, да, то есть, пытаетесь как-то вот до него, получается, достучаться, вот это большая проблема, потому что это демонстрирует вашу неуверенность в себе, с одной стороны,
И с другой стороны, это демонстрирует человеку то, что он для вас важен. Вот. То, что вы им дорожите, то, что вы хотите с ним быть в любом случае, вот, и то, что вы за него держитесь. А когда такой человек чувствует, что он, вот, за него держится и дорожат, ну, к сожалению, вот история идет по нарастающей. И на мой взгляд, здесь отношение мужчины к вам является хорошим таким отражением вашего отношения к себе самой, да? То есть и вы обрадовались, что наконец-то нашли партнера, с которым можно поговорить обо всем, что означает, что у вас есть какие-то трудности с выстраиванием социальных контактов, возможно, не деловых, да? Вот, то есть, ну, как-то вот посредством этого вы человека, ну, возвеличиваете, да, посредством этого вы человека, может быть, немного идеализируете, может быть, немного делаете его, ну, как-то более, может быть, ценным, более ценным для себя, вот. И то, что он ищет жену, да, это отражает того, что вы ищете тоже кого-то. То есть нуждаетесь вы, нуждается он. Нуждаемость цепляется за нуждаемость, получается созависимость. Он решает какую-то свою проблему, вы решаете какую-то свою проблему. Причем обратите внимание, что на ограничение ваших каких-то действий, да, на нарушение ваших личных границ вы реагируете, ну, довольно-таки, скажем так, ну, демократично, да, в кавычках, то есть как бы не пресекаете, да, не уходите из отношений, не выходите из них, вот. Это проблема. Это проблема, это говорит о том, что вы вот склонны к, вероятно, созависимым отношениям, да, вот, и так далее. И работать нужно, конечно, в первую очередь с личными границами, с самооценкой и с выравниванием ваших потребностей. Вот. Как-то так. То есть ключевой момент в том, что вы сейчас через человека, да, через мужчину пытаетесь как-то определиться сами, реализоваться сами. Да? Вот, вы нашли его. Наконец-то я нашла себе, пишите вы. Вот, история является проблемой. Вот. Ну вот, в принципе, вам нужна психотерапия для проработки этих моментов, о которых я сказал. Вот. Вы пишете, что, значит, там, платите там, за вас двоих иногда, да? Ну, само по себе, этом факте, может быть, ничего плохого и нет в самом по себе. Вот. Но если вы это делаете через силу, да, то есть если вы
платите, не желая этого, не хотя этого, да? А вот, ну, к примеру, то вот в таком случае это конечно, является серьезной проблемой и серьезной, ну, трудностью. Вот. Потому что вы себя, получается, вы себя заставляете, вот, получается, вы себя ломаете, вот, немного, ну, немного, немного, немало. Вот здесь и вряд ли из этого может, может быть что-то хорошее получится, да, то есть тут вот вопрос опять же в том, а ну как бы вот зачем вы это делаете? Вот. Может быть даже вопрос поставлен некорректно, да, не зачем вы это делаете? А вот как вы приходите к тому, чтобы это делать, чтобы так поступать вот по отношению к себе? Вот. По отношению к, ну, своей личности, да, по отношению к, ну, своему комфорту, да, по отношению к своему удобству, может быть, если вот, ну, если вот, если так можно здесь выразиться. Вот. Поэтому, ну, вот, не все тут так очевидно, да? И вот то, что вы опять же как будто бы интересуетесь больше человеком, да? А в этой ситуации, то есть вы интересуетесь больше именно им, то есть закончится ли этот дурдом, спрашиваете вы, да, вот, и так, когда это кончится, вот, спрашиваете вы, ну вот, или это будет там, ну, как-то продолжаться, да, дальше, вот. А это вот все, конечно, как-то вот свидетельствует о том, да, что, ну вот, в какой-то степени вы, вот, к сожалению, ориентированы больше именно на человека, вот, а не на себя. И, на мой взгляд, это, ну, большая проблема. Вот. И в этом смысле вот как раз это то, с чем вам может помочь психолог, да, это то, как раз вот, ну, в чем может помочь вам специалист, да, вот, не в том, чтобы разбираться почему он поступает так, а не иначе, да, вот, чем продиктовано его ну, модель поведенческая, да, ну, вот. Это было бы, ну, наверное, вот, все-таки несколько вот нарушением такой вот
ну, профессиональной этики, я бы сказал, да. Вот, вот то, что хотелось бы вам сейчас ответить, да, вот такой ответ хотел бы вам дать сейчас. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Сочувствую вам, что вы оказались вот в такой ситуации, непростой для себя. Вот. Вполне возможно, что вы, ну, действительно, не знаете, как, ну, вот, как себя вести в таких, ну, в таких случаях, да, в таких ситуациях и так далее. Вполне возможно, что вы действительно не знаете. Вот. И ничего абсолютно плохого в этом нет, да, то есть никто, никто вас вот, не обвиняет, да, в том, что, ну, в том, что вы чего-то не знаете, никто не винит вас, вот, но, тем не менее, ситуация требует своего, ну, своего внимания. Ситуация требует своего внимания. Вот. Ситуация требует, значит, работы с этим. Вот. Ситуация требует, вот, я бы сказал, да, какой-то вот, ну, работа в этом смысле. На этом все, пожалуй. Надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, да, позволит вам, во-первых, сформулировать для себя вот, какие-то, ну, базовые, да, постулаты для психотерапии. Вот. Позволит вам сформулировать общие векторы, значит, ну, куда бы вы хотели направить вот, свои силы, да, вот, в плане, ну, в плане терапии, вот, и, собственно, решите для себя, вот, как вам, что, как или что вам делать дальше, вот. То есть, ну, хотите ли вы, значит, работать вот в этом направлении, да, вот, считаете ли вы это проблемой, значит, ну, то, о чем я говорю, вот, и, соответственно, если да, то, ну, будем работать в таком случае. Вот, если да, то вот, вы запишетесь к психологу и будете, значит, работать в этом направлении. Вот, а если нет, если вы это проблемой не считаете, то в таком случае, ну, просто вот я бы рекомендовал, да, исходить из того, что это не закончится, я бы рекомендовал исходить,
того, что так и будет вот, происходить. Вот я бы рекомендовал исходить из того, что, ну, что, не, что ничего не изменится. Вот, в поведении мужчины. Вот, и это будет только нарастать, только нарастать. А вот это будет только нарастать, нарастать, нарастать. Опять же, потому что вот таков вот, в данном случае мой опыт вот, значит, в моем опыте вот это так вот обстояло. Вот, само собой это не заканчивалось, вот, к сожалению. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь.